Сегодня у нас в работе Мерседес немножечко побольше. Клиент говорит, что пассажиры жалуются, что им очень жарко. Скорее всего, это происходит из-за дополнительной ебучей установленной сплит-системы, которая периодически нихуя не работает. Проведя визуальную ебатевую диагностику, мы обнаружили блок, который подает питание на эту чудо-систему, и он явно греется. Проблем может быть несколько. Хуёвый контакт, малое сечение, большая нагрузка. Для начала, естественно, устраним хуёвый контакт. Для этого переделываем все контакты и установим нормальный блок от газели, на который провода, извините за каламбур, насмерть прикручиваются, и поэтому проблема хуёвого контакта должна быть устранена. Ну а старый блок можно отправить на кладбище. Далее устраним проблему сечения, естественно, поменяв провод на более толстый. Находим место, куда приходит провод, приматываем к старому проводу новый и протягиваем, чтобы не разбирать пол машины. Очень удобно, а то разбирать это все можно заебаться до смерти. Устанавливаем все на место, прикручиваем ебучий блок насмерть саморезами к кузову, заводим автомобиль, включаем кондиционер и проверяем работоспособность системы. Убедимся, что ничего не греется, и теперь пассажиры могут доезжать в целости и сохранности.